Когда я посмотрела, что делается вокруг Славочки, я его спросила: «Славочка, я боюсь, и что же мне делать? С тобой, с твоим даром, куда тебя свозить?» Я верю, конечно, местному священнику, но тут что-то такое силище непонятное, вот что я говорю, беспокоюсь. Он на меня так посмотрел и сказал: «Мамочка, съездим в Загорск. Мне, говорит, туда нужно на благословение». А в это советское время с билетами везде было тяжело. И в аэропорту, и в поезде. Но нужен был все равно самолет. Мы приехали в аэропорт. Конечно же, билетов нету. Я говорю: «Славочка, но мы не поедем, потому что придется домой возвращаться». А он и говорит: «Мамочка, разреши мне спросить, может, мне билет, говорит, дадут?» Я говорю: «А тебе-то кто его даст? Тебя, говорю, вообще не видать с полу-то». Он так улыбнулся. Я смотрю, куда-то зашел. Ну, я пошла уже вслед за ним, думаю, надо его это забрать. Смотрю, выскакивает женщина и говорит: «Пожалуйста, не ходите, это самое». Я говорю: «Там у меня ребенок зашел». Она говорит: «Так это ваш ребенок?» Я говорю: «Мой ребенок». Я говорю: «Вы его, пожалуйста, выведите». Она ей говорит: «Вы знаете, я сейчас не могу. Там, говорит, вокруг него летчики собрались». Я говорю: «А что они вокруг него собрались?» А он, говорит, попросил, говорит: «Продайте, говорит, пожалуйста, говорит, билет, потому что мне, говорит, нужно обязательно, говорит, попасть, говорит, в Лавру». Вот. А билетов, говорит, нету. А тут, говорит, зашел летчик, что-то спросил. А он ему ответил. А потом сказал летчику, что, ну, в общем, продиагностировал у летчика. И они к нему все побежали, все, кто работает там. А я смотрю, и в кассах-то никого нету. В общем, нам выписали 2 билета. Нашлось почему-то вдруг сразу же. То не было, то сразу же нашлось. Мы прилетели в Москву. Я не знала, куда и что. Славочка все знал почему-то. Взял за руку и повел. Мы прибыли на пригородные кассы, взяли билет в Сергиев Посад и приехали. Гостиниц тоже не было. Тогда было очень тяжело попасть в гостиницу. Я пришла в гостиницу просто в надежде, что нам разрешат хотя бы в коридоре посидеть. Она посмотрела и говорит: «Вы знаете, он, видите, мужчина пошел. Он только сейчас освободил номер. Нате вам ключи». Так я зашла в этот номер, они уже успели постель поменять. Чистый был номер. Мы со Славочком поспали с дороги. Утром рано пошли в Лавру. Народу было очень-очень много. Я спросила, как мне попасть к старцу. Они меня спросили, к какому. Я сказала, к любому, просто к старцу. Они мне сказали, принимают 2 старца. Отец Кирилл, но он болен, и отец Наум. И пропустили там, будочка такая была. И через эту будочку нам сказали, проходите. Мы туда пришли, народу было очень много. Я Славочке говорю: «Славочка, по-моему, мы сюда напрасно прилетели. Кто нас примет? Потому что там сидели монахини. Им нужно было благословение старца, потому что одна вроде как чувствует, что у нее смерть приближается, очень старенькая монахиня». Я так посмотрела, думаю, у людей такие проблемы. Вот, и мы тут приехали благословение всего лишь попросить, да? Ну, мысли у меня такие были. И тут выходит отец Наум, как мне сказали. На всех так посмотрел, обратил внимание на Славика. Задержался взглядом на Славочке. Славочка на него смотрит. И он приближается именно там, где Славочка стоит. И уже почти поравнялся со Славочкой, стал проходить. Славочка его слегка за рясу подергал и говорит: «А у меня дары от Бога есть». Отец Наум повернулся и говорит: «Сейчас мы с твоими дарами разберемся». И пошел. Через какое-то время подходит такая очень скромная монахиня и говорит, что она врач, и что ей нужно побеседовать с отроком. Отец Наум ей сказал. Я говорю: «Ну, побеседуйте».
Она отвела его в стороночку, начала разговаривать. Потом смотрю, как-то она меняется, меняется. И уже в конце беседы она стоит перед ним. «Да, Славочка, да, Славочка, да, Славочка». Думаю, да что такое? Подошла ее и спрашиваю. Ну, из мира человек, я потому ее и спрашиваю. «А что вы так перед ним унижаетесь? Он же маленький, а вы монахиня. Что вы так ему кланяетесь? Да, Славочка, да, Славочка». Она на меня так посмотрела печально и говорит, а вы не понимаете. И говорит, отец Наум сказал, если что-то наше, то приведи его ко мне. И стоит и людям говорит, люди, дайте пройти. А люди плотнее, плотнее, спина к спине. Вот, молча так это. И она туда, сюда. Там это, я уж не знаю, как они прошли, но прошли. Я стою, нету и нету Славочки. Нету и нету Славочки. Мне все равно до всех на белом свете, потому что у меня нет моего маленького ребенка. Никуда не пройти, ничего не знаю. Я начала волноваться. И тут, значит, двери открылись и сказали, что пропустите мать отрока. И расступились. Захожу туда, смотрю, Славочка у отца Наума такой, как мне тогда показался, трон стоит, такой стул, как трон. Славочка на коленочке перед ним встал. А я стою и думаю, так это на коленочке надо вставать, значит. Потом я думаю, что я на коленочке-то вставать буду? Потом думаю, ну раз Славочка на коленочках, значит, и я на коленочках. Я на коленочке встала. И вот отец Наум стал мои грехи спрашивать. А я была совершенно не готова. Потому что, как бы то ни было, я действительно себя считала человеком хорошим, как и многие из нас себя считают, совершенно не думая о грехах. Но мы же хорошие. Мы никого не убили. Мы ничего такого не делаем. Ну и я хорошая. Меня так и спросил отец Наум, как ты думаешь, ты хорошая? Я говорю, батюшка, очень хорошая. И я получила сполна за всю за эту хорошесть. С меня вытряхнули все мои грехи, начиная, чуть ли меня заставили вспоминать чуть ли не с рождения, вот, и всю мою жизнь до этого момента, вот тут, конечно, я попыхтела, покраснела, и вспотела, и разозлилась, и смирилась, и что только не было за вот это короткое время, и обиделась на Славочку. Как это он меня не предупредил? И вышла совершенно недовольная. Но когда я увидела, что он нашелся, думаю, да я расскажу все, что угодно. Главное, что я его вижу. Вот. Но все равно спросила, почему ты меня не предупредил? Что с меня, говорю, грехи будут спрашивать. Он так посмотрел, ничего не ответил. Когда мы вышли от отца Наума со Славочкой, мы чудом купили 2 билета на нижние полки и домой приехали. После первой поездки в Свято-Троице Сергиеву Лавру отрок Вячеслав приехал окрыленным и радостным. Посещение такой великой святыни, обители, устроенной самим преподобным Сергием и мощей святого игумена Радонежского, большая радость для православной души. А уж какая внутренняя работа происходит в каждом человеке, одному Богу известно. После этой поездки отрок просил маму пускать ему всех, кто приходит за помощью. Пусть они приходят, мамочка, я знаю, как молиться за них. И люди шли, и помощь была большая. Ну, ему там еще и понравилось. Очень понравилось. И он душой своей вот туда хотел снова. И мы поехали в Сергиеву Лавру, уже целенаправленно к отцу Науму. И отец Наум сидит под навесом в валенках и отдыхает. И никого. Славочка подошел, встал перед ним на коленочке. И отец Наум сказал, рассказал о себе, поговорил с нами, что он был летчиком во время войны и вообще многое другое. И сказал, что вам нужно переехать в Лавру. С землей, говорит, я вам помогу, построитесь вы сами. Мы, когда сели в поезд, купе было,
и думали с мужем, при Славочке говорили. Я говорю, как ты уйдешь из армии? Из армии в то время было очень трудно уйти. Я говорю, ну это нужно сделать ради ребенка. Славочка так посмотрел на меня. Мамочка, вы не переедете. Не надо с папой разговаривать, не думайте ни о чем. Просто ничего, ни о чем не думайте, вы не переедете. Я говорю, почему вы? А ты? Он говорит, мамочка, где-то, говорит, в 20-х числах, осенью, я заболею, а затем умру. Вот вы знаете, как будто вас палкой по голове огрели, и вы уже в это состояние, нормальное, какое ты была до этих слов, и сейчас войти не можешь. Я говорю, как умрешь? Почему умрешь? Он говорит, мамочка, люди уж слишком быстро предают Бога. Поэтому, говорит, Бог сократил мой век. Поэтому, говорит, я не успею вырасти. А так бы, говорит, вырос, был бы вначале врачом, а затем монахом. И я уже не думала ни о чем. И он заболел именно в это время, и 17 марта умер. Болезнь блаженного отрока была его дорога на Голгофу, и то, как он преодолел этот путь, выявило в нем еще более редкостные духовные дары. Отрок Вячеслав исполнен еще одно завещание Господа: «Кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою». Когда Славочке стало плохо, у него очень резко упал гемоглобин, привезли его в это детское отделение больницы. И тогда впервые было подозрение о том, что, видимо, что-то серьезное. Отсюда его отправили в Челябинск. Но пока он лежал в этой больнице, вот с этого детского роддома, иммунодиагностику маленьких новорожденных ребятишек приносили, чтобы он посмотрел, что с этими ребятишками. В общем, тут он тоже помог некоторым. Его и здесь помнят до сих пор. С любовью помнят. Вообще люди его любят. Очень скорбно. Вот такие больницы и вообще больные дети, и вообще это страшно. Вот такой маленький, еще не жил. Вот это вот жизнь, как зоренька, только начинается, и уже надо умирать. Он говорит, мамочка, лучше я уж умру маленьким. Ведь разве, говорит, легче умирать 20-летним? Я говорю, а почему 20-летним? Он говорит, мамочка, скоро много будет молодых парней недалеко от меня лежать. Разве им легче, говорит? И я говорю, а что? Какая разница, говорю, или маленький умираешь, 20 лет, почему ты так говоришь? А он говорит, мамочка, им 20 лет, им же, говорит, любить хочется. Им, говорит, семью, говорит, уже в это время хочется. Пусть лучше, говорит, я уж маленьким умру. Зная, что он умрет, ходил в школу сколько мог, почти до последнего. Печальный ходил, с трудом нес свой портфельчик, но он все равно ходил в школу. Вот вы знаете, я поражаюсь мужеству этого ребенка. Я его встречала со школы, и дома он тоже занимался математикой.
на дому его начали тоже немножечко учить, потому что он говорил, как это я не буду ходить в школу, я же обязан это делать. Вот. И очень меня просил, мамочка, ну пускай они ко мне все равно идут все. Я говорю, Славочка, ты серьезно болеешь. В общем, все равно люди к нему шли, и он все это мужественно выносил до самого своего последнего. Ну, до последней, до кончины. Когда он болел, я приходила помочь по математике. Я занималась с ним по математике. Он никогда не жаловался, что ему плохо, что у него где-то что-то болит. Занимаемся, я вижу, что он начинает уставать. Славик, говорю, простите. Чего? Ты устал? Он говорит, нет, чуть-чуть. И мы отдыхаем. И один раз, когда мы отдыхали, он говорит, тетя Мадин, давайте я вам расскажу о динозаврах. Матушка, а вот остались воспоминания, что даже на смертном одре отрок продолжал помогать больным детям. Да. Вы, наверное, были свидетелями? Да, да. Он когда лежал и в Чебаркульской больнице, я ездила к нему, приезжала. И когда он лежал в Челябинской больнице, он там помогал людям. Он не мог пройти равнодушно мимо людского горя. Ведь сам тяжело больной, он помогал детишкам больным. Было 15 лет, почти 15 лет мальчиков положили в палату рядом со Славочкой. Он так волновался, а Славочка ему начала рассказывать, кто он, о чем он думает. Я помню, мальчик забыл тоже о своей болезни. Он сидит на Славочку, смотрит. Славочка ему сказала, что ты не печалься, твое заболевание крови не смертельное. Он так обрадовался и сказал, Славочка, я не пойду никуда учиться, я пойду в духовную семинарию, я священником буду, если не умру. Славочка ему сказала, что он не умрет. И когда проверили все анализы, у него не было рака крови. Слух по больнице тоже очень быстро разошелся, какой у них ребенок. И некоторые стали сами врачи приходить. Ну, кто с любопытством поначалу. А потом уже любопытство-то куда-то прямо с первых секунд пропадало. И любопытные становились, как дети какие-то. Но дети тоже разные бывают. Есть добрые, есть злые. Попросили меня, значит, чтобы я со Славочкой зашла в кабинет. Там какой-то кабинет был. Ну, мы туда зашли. Смотрю, там сидит женщина в халате. Такая представительная, приятная женщина, немолодая. И вот она Славочку попросила. Мог бы ты меня продиагностировать? Вот вы знаете, Славочке человека продиагностировать вообще ничего не стоило. Это было просто секундное дело. И он ей сказал, что у вас больные ноги. Она ей говорит, а ты мне можешь чем-нибудь помочь? Славочка ей сказал, вот вы всю жизнь получали, говорит, самые хорошие лекарства. И самые хорошие лекарства вы оставляли себе. Чуть похуже лекарства вы раздавали своим знакомым. Почему вы не вылечились? Почему вы все болеете? Почему вы не вылечили себе ноги? Она на него посмотрела, совершенно не ожидая таких вопросов. Она на него так посмотрела удивленно, развела руками и сказала, ну вот, не вылечились. А он ей сказал, я здесь для того, чтобы помочь больным, умирающим детям. И если у меня хватит сил, я помогу и вам.
Больше я ее не видела. Когда ему сказали, что очень плохая кровь, что ему, знаете, сказали здесь, в Чебаркуле, когда просто взяли кровь из пальчика, сказали, что она настолько плохая, что нужно сделать переливание, ну, вливание крови. И он не согласился. Он сказал, что мамочка, мне не нужна чужая кровь. И когда его положили в Челябинский центр, вот, это, в больницу гематологии, анализы, там вроде как хорошие все анализы. Вот. И, в общем-то, все равно там кровь ему хотели влить, я с ним была там. В общем, Славочку положили. Сестры, ну, не такие же медсестры, не такие уж и молоденькие. Но врач прописала. Там дежурный врач тоже был, молодой еще. Вот. И, значит, ему она вену ищет, иголочку туда засунула, и ищет, ищет. Славочка лежала, лежала, говорит ей, тут дети такие страдания несут. Умирают, говорит, от такой тяжелой болезни. А вы, говорит, все роетесь, роетесь. Вену, говорит, найти не можете. У нее ручки так затряслись, она вообще ее найти не смогла. А потом, когда ее, значит, нашли, поставили вот эту, как она называется, капельница. Капельница. Славочка сказал, кровь мне вливать нельзя. Но ему сказали, прописано, мы тебе все равно вольем. Мы все это приготовили, значит, кровь пошла, а поступать не стала. Она не поступает. Они и так, и опять там роются, роются, что-то там поправляют, а кровь не идет. Тогда я посмотрела и сказала, вам врач прописал, вы и напишите. Вы же видите, кровь не идет, вы же слышите, что он говорит. Но почему вы, слушая, не слышите? Ну, она, видите, глазами-то хоть вы видите? Или тоже не видите? Она не течет сама, она не капает. И тогда они убрали капельницу, отметив, что, ну, как положено, отметили и все. Капельницу убрали. То есть кровь не пошла. Славочка сказал, что с чужой кровью в человека входят чужие грехи. То есть кровь из людей, которую они брали, да, вот там, а там же она, наверное, и смешана еще, вот это вот все грехи, входят вот этих детей с этой кровью, с чужой. А кровь, он сказал, она все равно не приживается. Она, говорит, как мертвая. А вот грехи почему-то приживаются. Помощницей заведующей гематологии была женщина, врач. Она была экстрасенс. Вот она ругалась всегда на Славочку. Что ты повесил крест на все пузо? И когда она попыталась взять пункцию, она не смогла ее взять. Потому что как будто бы, вот знаете, вот куда-то вот эту иголку как будто вот выбили. Вот она вышла какая-то расстроенная. Вот. Пункцию взяли другие люди. И потом как-то мы к ней пришли на прием. Вы знаете, совершенно странная какая-то вещь получается. Мы к ней пришли в поликлинику со Славочкой. Она нас с большим удовольствием приняла. Что-то вокруг Славочки там скакала-скакала, потом ко мне, ну, так не решилась она его затронуть. Потом ко мне подскочила и говорит, я вам ауру подправлю. Замахала что-то руками, начала мне что-то над головой там делать. Я пока сообразила, я вообще даже ничего не поняла. Тебя никто не спрашивает. Вы подскакиваете человек и начинаете там что-то подправлять, какую-то ауру над головой, по воздуху что-то там махать. Но вы знаете, я подумала, какая-то вообще чушь. Но когда я вышла, у меня настолько не было сил. Вот я вышла, на Славочку посмотрела, думаю, как же я с ним поеду? Он настолько больной, надо на электричку, надо настолько вот это куда-то ехать, а у тебя, тебя за какие-то мгновения лишили сил. Я на нее разозлилась.
потому что поняла, что это есть, и это страшно. И как это так? И возмущение, что тебя как будто обокрали, не спрашивая тебя. Вот, и я сказала, я больше не пойду в поликлинику к ней. Но, правда, по милости Бога, оно и не пришлось. Когда я сама глазами посмотрела, у него просто отек был по животу. Я его взяла и привезла в гематологию. А там был ремонт. И они с таким неудовольствием сказали, что, мол, типа, вот вы привезли. Я говорю, а посмотрите, по-моему, говорю, у него отек на животе. И когда они рубашечку-то приподняли, вот тогда только, перед самой смертью, его перевели в хирургическое отделение, где врачи-хирурги уже ничего не могли сделать, вообще ничего. Я помню, как ему сделали лапароскопию, и только на меня посмотрели и сказали, что там вообще ничего нет живого, они не знают, где эта болезнь начиналась и вообще, что это такое. Как хирург когда вышел, такой огорченный, следом за ним еще и шел один врач. И он идет и просит его, ну сделай для него хоть что-нибудь, такой мальчик. Сделай для него хоть что-нибудь. А я иду следом, они меня не видят. И вот этот хирург поворачивается, такой высокий, молодой. Ну, мне показался молодой. Поворачивается и с такой горечью ему говорит. Ну, что я ему могу сделать? Ему что, все вырезать, что ли? А когда я у этой заведующей гематологии спросила, ну, хорошо, вы не знаете, не понимаете, что с ним, но вы мне скажите, просто как врач, ну, что это примерно? Она ей говорит, такое чувство, как будто куда-то кровь девалась, как будто с него всю кровь высосали. Поэтому я не знаю точного диагноза Славочкиного, но я не удивлюсь, потому что там бесконечный поток действительно мне напомнил конвейер умирающих от лейкоза детей. Когда я спросила Славочку, почему именно это заболевание, он сказал, мамочка, я, говорит, сюда, говорит, здесь, для того, чтобы им помочь, вот этим больным детям. Я, говорит, и потом буду приходить в эту больницу, после своей смерти. Я уже молчала, не спрашивала, как это все это выглядит, как это он будет приходить. Он сказал, что я, говорит, и потом сюда, говорит, буду приходить. Когда Славочку положили в хирургическое отделение, и когда как раз приехал Кашпировский, прилетела Джуна в Челябинск, потом какая-то Стефания с кадилом бегала с иконами по стадиону, и вот это вот все, смотрю, что-то народу никого. Спрашиваю, говорю, а куда все подевались? Да вот, говорит, приехали вот эти целители. Думаю, целители... Прихожу, говорю, Славочка, целители приехали, говорю, все, говорю, побежали, говорю, к ним. А он говорит, мамочка, это не целители, это колдуны. И говорит, из-за них, говорит, вот у нас, говорит, сейчас, говорит, в больнице, говорит, два, говорит, таких, говорит, жутких, страшных, сильных духа. Вот, из этих целителей имеется в виду. Я говорю, так это что, война какая-то опять невидимая идет? Он сказал, да, мамочка, и очень сильная, страшная. Вот. И потом, когда, значит, врачи-то появились, один из них и говорит, вот способности у вашего сына – это от болезни. У него, говорит, наверное, в голове опухоль головного мозга. Я говорю, так, наверное, в голове у него опухоль. Или она есть? Вы смотрели, говорю, сколько раз? Так, наверное, или есть?
Он так посмотрел, ничего не ответил. Я говорю, нет у него в голове никакой опухоли. Вот, он ушел. А потом опять пришел и говорит, вот вы знаете, я бы поверил в Бога, я бы поверил во что угодно, если бы он сейчас, Славочка, сам себя излечил. Я говорю, ага, вы читали, говорю, Евангелие? Там было написано, садись креста, мы уверуем. Он так на меня посмотрел и ушел. Но потом именно он же и просил того хирурга, ну, сделай для него хоть что-нибудь. Ходил прямо за ним. А потом подошла врач, и она мне сказала, вы знаете, говорит, я 30 лет работаю, говорит, в больнице, и, говорит, видела всяких раковых ребятишек. Это уже рак, говорит, и опухоли головного мозга, и все. Но, говорит, провиться из них ни разу не было. Я вообще, говорит, первый раз такое вижу в своей жизни. Я, говорит, вообще рада, что хоть увидела. Здесь, говорит, вот здесь, говорит, я это вижу. И когда я его повезла, когда у него отек был, и он мне в электричке сказал, мамочка, я, говорит, буду умирать, они, говорит, будут петь и плясать. Я даже не спросила, потому что в уме не укладывается. Кто будет петь и плясать? Но подумала, может, духи. Не стала ничего говорить. И когда нас перевели в хирургическое отделение, это было накануне 8 марта, в общем, так положили Славочку, здесь ординаторская, напротив большой телевизор. Ребятишки там. И началось. Значит, поначалу тихо, потом все громче голоса, как это всегда бывает. Потом уже и песни запели. А ребятишки, этот телевизор тоже громче. В общем, телевизор орет, ребятишки тоже пляшут. За стеной песни поют. Вы знаете, у меня покрывается кожа вот какими-то мурашками, пупырышками. И начинают подниматься волосы. Как шапкой какой-то от ужаса. И я на Славочку смотрю, а он, чтобы меня не расстраивать, вот знаете, я вижу, я же его хорошо знаю, что он не спит. Видимо, то ли всю силу воли собрал, то ли что. Он так тихо-тихо спокойно лежит. Тихо-тихо. И буквально дня через два Славочка запросился домой. Сказал, мамочка, я так хочу в ДОС. И когда, говорит, мамочка, я к подъезду буду подъезжать, будет накрапывать дождь, будет так, никого народу, говорит, не будет. А у подъезда, говорит, будет стоять Лариска Глазунова. И я, говорит, ей скажу, привет, Лариска. И когда мы Славочку везли, водитель, военный водитель, он так волновался, он от волнения вел машину абсолютно временами неправильно. Когда человек хочет, чтобы все было хорошо, он наоборот делает не совсем хорошо. И я даже ему сказала, я говорю, ну что ж ты, говорю, так трясешь? И потом мне жена его рассказывала. Он, говорит, когда приехал, он, говорит, был вне себя. Его, говорит, тошнило. Его, говорит, трясло. Говорит, я его таблетками, говорит, отпаивала. Говорит, так он переживал. И был с ним врач, офицер наш, врач. И когда мы подъехали на этой, значит, скорой помощи, и накрапывал дождь, как Славочка и сказал. И врач дал ему свою фуражку. Вернее, на носилочках его выносили. И вот он взял фуражку и прикрыл, чтобы на него дождь не капал. Кругом вот это никого нету. Стоит одна Лариска Глазунова подъезда.
Славочка взял у офицера шапку, вот так вот, перед Лариской поклонился и сказал: «Привет, Лариска». Вот, это было последнее, и мы его занесли домой. Это он сказал, проснулся, говорит: «Мамочка, снова, говорит, был этот человек. Он, говорит, сидел в храме, такой, говорит, большой храм, впереди, говорит, дверь, а впереди двери стоит храм-колокольня. Звонят колокола, говорит, очень сильно, и они, эти колокола, как бы разрушают колокольню. Из колокольни, полуразрушенный такой, спускается, говорит, священник, заходит в храм. И этот человек Славочку спрашивает: как бы ты поступил на месте этого священника?» И Славочка сказал: «Я бы жизнь свою отдал ради исправления нарушений». В общем, а он, говорит, сидел, этот человек, снова, говорит, в черном, и также, говорит, на кончике пальчика висела лампада, но уже гаснущая. Пригласили священника перед самой смертью. Пришел священник Владислав Катаев со своим приходом. Весело разделись, весело прошли. И он принес, священник, с собой две бутылочки воды. Одну поставил на подоконник, а мы же его ждали, Славочка не ел, не пил. Во рту все пересохло, это буквально перед смертью все было. А он еще и не торопился, священник. У него там гости были. И он предложил Славочке попить. Сказал: «Ну что же вы ему не давали воды?» Я говорю: «Ну а как? Я ему дам воды, если нужно, делать все как положено». И он ему сказал, Славочке: «Давай я тебе сейчас бутылочки налью водички попить». Славочка на него посмотрел и сказал: «В такой бутылочке, как у вас, святая вода, у нас такой воды с мамочкой из-под крана много. Вот мне, говорит, налейте хоть с той бутылочки, та хоть вода посвятее», как Славочка сказал. «Пусть умничает кто как хочет, посвятее, не посвятее». Он именно так и сказал. И, значит, отец Владислав очень удивился. Он сказал: «А ты откуда знаешь?» И с такой гордостью сообщил, что это он сам освящал воду. Вот, дали Славочке с той бутылочки попить. И священник спрашивает его таким бодреньким, веселым голосом: «Вот у меня никак не получается с храмом. У меня будет свой храм?» Славочка ему сказал: «У вас? У вас будет, но он сгорит». Так оно все и было. Он построил себе личный храм, и он у него сгорел. И сам сейчас священник тоже на том свете. Я была свидетелем чуть ли не до последнего дня. И он, понимаете, уже вот он тяжело болею, придешь, и он вот все равно он с таким вот улыбкой такой вот на тебя смотрел и говорил: «Тетя Ниночка, да вы не расстраивайтесь, вы еще будете радоваться, вы еще будете гордиться мной». Вот так вот он мне говорил чуть ли не в последние дни. А уже так переживали. Вы знаете, ведь он назвал нам точную дату своей смерти. При мне, при Валентине Афанасьевне. Но не верилось. Вы понимаете, вот до сих пор вот не верится. Ну как вот так вот? Был человечек такой и нет.
Святые отцы всегда смотрели на кончину жизни. О святости человека свидетельствует не только его жизнь, мысли, слова, даже дела, но и сама кончина. Первый раз я видела, как ему было плоховато. Я думала, он умрет числа 14 числа. Ему было плохо, и он Богу взмолился, сказал, что если мне суждено умереть, то только не на день рождения папы, попозднее. И он его поздравил, 15-го отца, с днем рождения. Когда Славочка лежал, а лежал он недолго, ну, может, где-то сутки, я его спросила: «Славочка, ты такой маленький, за что тебе такие муки?» Он так строго на меня посмотрел и сказал: «Какие муки, такая награда». Вот. А потом, когда ему стало тяжело, прямо перед самой своей смертью, он обратился к Богу. И сказала Богу: «А может, тебя вовсе и нет? Может, моя смерть напрасная? И муки мои напрасные? Может, тебя и нет? И все это напрасно?» У меня снова пупырышками покрылась голова, и волосы снова начали подниматься от ужаса. Я стою и говорю: «Славочка, ты что говоришь?» Перед самой кончиной, когда отроку Вячеславу стало очень тяжело, Господь попустил своему избраннику, как самому настоящему подвижнику, перенести самые сильные искушения, из которого блаженный отрок вышел победителем. Не смог лукавый обольститель одолеть этого юного воина Христова. И он открывает глаза, смотрит. Я не знаю, он смотрел, там икона была Господа, его любимая. Он посмотрел в этот иконный уголок. Глаза открытые стали, большие такие стали. И он и говорит: «И все-таки ты есть, слава Богу!» И начал ему навстречу подниматься. И умер. Я его положила уже. Когда я его положила, прошло какое-то немного времени, я стояла рядом и смотрела. И вот просто видела, как вот эта грудка стала вся колыхаться, и открылся ротик, и из него как будто вышло что-то. Я подумала, что это душа. И тогда я ему закрыла ротик. Шестнадцатого числа он себя хорошо чувствовал, более-менее. А вот 17 числа ему стало хуже, и он умер. 17 числа, в день памяти святого благоверного князя Вячеслава Чешского. Как можно, чтобы день памяти отрока Вячеслава и день памяти святого Вячеслава Чешского было в один день? Он не дожил 5 дней до 11 лет, Славочка, отошел ко Господу, и через 5 дней у него бы было день рождения. Когда Славочка умер, часы остановились в комнате.
И что самое удивительное, вот когда звонила музыка, было в 4:50, без 10:05, и он умер именно без 10:05. Перед его рождением звонила музыка, было без 10:05. И когда он умер, я невольно посмотрела на часы. Было без 10:05. Эти часы за это время, что его нет, они каждый год прибавляют по минуте. И поэтому сейчас время на часах измененное, потому что они сами идут. Когда Славочке умереть, он умер 17 марта, а 16 марта после обеда я стояла на кухне, Славочка уснул, и я подумала, я же не знаю, что он попросит, чем его покормить, может, чем-то попоить. Я стою на кухне, я просто не думала ни о чем, только вот это вот была мысль и все. И вдруг, как вот, знаете, как-то крыльями кто-то порхает и порхает, поворачиваюсь. Больших размеров голубь, абсолютно совершенно белый. Крылья, когда вот он их посмотрела, как они у него распахнутые, обратила внимание, что перышки одинаковые, один к одному. Аж от того, что вот они одинаковые, и как будто они светятся, эти перышки. Думаю, ну что ж, он порхает и порхает на одном месте, уже устал. Я подошла к нему, к окошку. Ну, обычно птица же пугается и улетает. Я подхожу к окну, а он мне прямо в глаза смотрит. Я стою на этой стороне окна, на него смотрю. А он порхает на одном месте, на уровне моих глаз, и тоже на меня смотрит. Я так постояла, посмотрела, думаю, что за птица. И обратила внимание. Слышу урчание грома. Вначале птица появилась, а потом урчание грома. Вы знаете, как майский летний гром. Думаю, какой гром? Мороз 20 градусов. Откуда может быть гром? Но он уже гремит. Я, конечно, посмотрела на небо. Я не пойму, каким образом я вижу на садике двухэтажном. А вот этот дом загораживает. Но я явственно вижу своими глазами, что на садике лежит огромное кучевое облако, очень пушистое, оно настолько ярко-белое, а наверху у него края такие синеватые, а внутри этого огромного облака летние раскаты грома, как во время грозы, самый настоящий, не слабенький такой, а мощный, сильный, вот. И я очень удивилась, думала, как это так может быть, а потом подумала, так не бывает. Значит, наверное, Господь Славочку заберет, может быть, это за ним. Потому что перед этим я очень долго думала, думаю, ну как же так? Вот этих демонов он видел, вот этот мир для нас невидимый, он мир духов, он прекрасно видел. Думаю, ну вот сейчас душа его выйдет, и что он увидит этих мрачных демонов? А где Господь? Как же он за него заступится? Вы знаете, вот эти мысли были. Помочь я ему ничем не могу. Вот такое, что ты бессильный, совершенно, абсолютно бессильный человек, что ты ничего не можешь. А ребенок-то, именно ребенок, ты думаешь, а как это он один-то? Как это он вот так вот, как что вот сейчас должно произойти? И вот этот голубь, потом вот эти раскаты грома, думаю, так это, наверное, что-то значит. И как-то немножко успокоилась. Даже не немножко, как-то успокоилась, подумала, что это за Славочка. Мешай соловей.
когда Славочка умер, мы поехали к священнику местного прихода, отцу Владиславу Катаеву, чтобы он Славочку отпел. И когда мы пришли, а они тогда в клубе приход организовали, в этот клуб имени Горького, когда мы пришли, в дверях встретился священник. И я ему сказала, что нужно Славочку отпеть. А он так торопился к богатому покойнику, что он сказал, что мне некогда. И поэтому мы Славочке в Миасе заочно отпели. Славочка сказала, что когда, говорит, я умру, мамочка, я буду везде ходить в спортивном костюме. Я так посмотрела на него и говорю: Славочка, а тебе что, кроме спортивного костюма одеть нечего? Почему ж ты будешь везде в спортивном костюме? Мы тебе все купим, что нужно. И когда Славочка умер, были деньги, но не было одежды никакой. А так как у него все-таки отек животика, да еще трубка была, и люди настолько трепетно к нему относились, никто не посмел одеть на него брючки, чтобы перетянуть животик. И просто поэтому он оказался в спортивном костюме, потому что там резиночка слабенькую ее сделали. Вот. И, а он предсказывал это. Я не могла ничего, никто из нас не мог ничего. Было не до одежды, не до костюмов, вообще не до чего. Потому что не было самого главного, не было сына уже. Решила изменить, как она меня уплатила. Познать руку меня, моя ладрука, не укусилась. 10 лет без него, и прислали его в эту дню. Прислали его, и спасили его. Видите, какой не поцарил нашему Богу. Видите, какой не поцарил нашему Богу. Видите, какой не поцарил самому Христу царю, даже нашему. Воду пришел я косуху, я не пускаю глазу, заявляем в эту яшу, и будет ими Богу нашему. Покой Господи был, как тот сыроват на его ногу, славу славы. И ипостаси и ученик душу, представленного в недрах Авраама, избавителю, имени Христа и во веки веков. Аминь. И пречистая Богородица, берег, и Боже, бережься, будет, что зачесть родилась им, молись мне Твоего, подать и покой рабу Твоему представленному. Покой Господи, душу собственного раба Твоего, мне представленного лишь слава. Никто же без греха есть, токма средин, владыка, всего ради представленного и греки оставить, и в рай того все. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Услыши, Троица Святая, глас молебный, приносимый Тебе в церкви, а усопшим и богоначальником светом озари душу, омраченную суетными переживаниями, имени Христа и во веки веков. Аминь. Летай, соловей.
Думали, что он воскреснет. Все сидели на него, смотрели и ждали, когда он зашевелится и встанет. Вот. Когда мы его вынесли на улицу, меня оттеснили, потому что за гробом и обступили гроб ребятишки. Они на него смотрели. Вот я думала, что они перевернут гроб, потому что он уже даже трещал. И даже на кассете видно, как дети... Ему обещания давали. Из толпы, значит, кричали ребятишки: «Славочка, я буду хорошо учиться». Они ему давали обещания. То, что кричало мне. А это же все-таки военный городок. Это семьи и дети офицеров. Они выросли. Они разъехались по всей стране. И они все свидетельствуют об этом чуде. Потому что они все были участниками похорон. Они все рассказывают. Они до сих пор к нему приезжают. Перед тем, когда он болел, да, был мороз -20. А в день похорон настолько была погода солнечная. Очень быстро таял снег, стояли лужи. Ребятишки распахнули свои зимние пальто. Некоторые сняли шапки. Школу закрыли. Я очень благодарна директору школы. Я думаю, что она для Славочки сделала такое благое дело. Помоги ей, Господи. Я думаю, что Славочка без внимания не оставит такого человека. Школа была закрыта. Ребятишечки накануне Славочки собирали деньги на фрукты. Тайно от родителей. И когда родители спросили, почему тайно, дети им ответили, что они хотели свои деньги дать. И поэтому они на обеды не сдавали. Они вот эти свои рубли, трешки, они все собирали для Славочки. А так как фрукты не получились, они все их несли сюда. Вот на эти рубли, на рубль, на 3 рубля, что они приносили, на эти деньги была Славочке сварена оградка, за которую тоже никак не хотели брать рабочие на заводе деньги. В общем, все отказывались от денег. И когда я объяснила, что это святые деньги этих ребятишек, которые не ели, а Славику несли, они взяли их. Пронесли его мимо школы. Хотели отдать ему последний звонок. Но девочка, которая должна была дать последний звонок, она мне потом рассказала, когда выросла, что она в обморок упала. Так ей было жалко Славочку. Поэтому молча постояли возле школы. Его провожали дети. Офицеры тоже хотели проводить, с кем работал муж. Но там командир взъярился и сказал, что это такое, никто не пойдет. В общем, запрещаю, приказываю. И кто смог, на такие приказы не обратили внимания, пришли хоронить. А когда Славочка был живой, я его спросила, а вот говорят, Брежнева все-таки уронили.
гроб его. А он и сказал: да, мамочка. Он же, говорит, был тяжеленький. А там, говорит, два солдата. Им, говорит, еще и неудобно, говорит, было его, говорит, как-то вот получилось так, что он действительно, говорит, вырвался, и он упал. Да, говорит, Брежнева гроб упал. А его, говорит, несли солдаты, а мне, говорит, понесут офицеры. А он мне сказал, когда, говорит, я умру, и меня, говорит, понесут, мне, говорит, станет так неинтересно, я, говорит, развернусь и обратно приду в ДОС. И, говорит, и когда, говорит, меня понесут, я буду выше всех. И я, говорит, всех-всех буду знать, кто что думает, кто как относится, кто с чем идет. И когда Славочку похоронили, у нас в ДОСе несколько суток стояла тишина. А потом мне сказали, что почти весь военный городок его поминал дома, потому что подходили в офицерскую столовую, где поминали Славочку, и бабушки подходили и просили хоть что-нибудь с этого стола, чтобы помянуть отрока. Я даже не ожидала, что его будет поминать весь городок. Огорчились все в Чебаркуле, когда узнали. Сказали, мы хотя бы к переезду, говорит, вышли тоже его проводить. Никто не знал. Когда гроб заказывали ему, они тоже огорчились. Сказали, вы нас простите, вот стоит все это наше советское, грубое. Мы бы, говорит, ему получше сделали. Но получилось то, что получилось. На 40-й день после смерти Славочки душа болит, думаю, где мой сын, кто с ним? Постоянно мысль была, кто с ним? И вот вижу, я редко сны вижу, а это даже не сон. Вот такое чувство, что ты стоишь на остановке, стою, и вдруг мысль такая, я знаю, зачем я стою на остановке, потому что я вставала очень рано, на электричку. В 5 часов 25 минут уходила электричка на Челябинск. Я ездила в храм в Челябинск. И вот я стою на эту раннюю электричку и смотрю, она не подъезжает, а подлетает. Тихо, бесшумно, по рельсам. И стоит. У меня такое ощущение, что она живая, как бы даже вздрагивает. Стою и думаю, что за электричка? Нездешняя. Таких электричек не бывает. А она стоит. А народу больше никого нету. Я и думаю, как-то неудобно. Может, ради меня она остановилась. И приоткрытая дверь наполовинку. И я в эту половиночку вошла. В тамбуре широко, очень чисто. Меня поразило что? Какая-то тишина. Тишина не здешняя, а вот как-то очень уж тихо и очень уж чисто. А я только вошла, она бесшумно снова полетела. Думаю, ладно, зайду-ка я сяду. Хоть и без билета. Ручку-то потрогала, она закрыта. Думаю, как это так? Заглянула. А там чисто-чисто. И вот как бы вот этот спальный вагон, белоснежное такое, вот так вот спят. Но я не видела, там кто-нибудь лежит или нет. Я просто увидела, что здесь Славочка сбоку. Я ее очень хорошо увидела. Накрытый, правда, с головой. Но я же знаю, что это Славочка. И я подумала, как Славочка? А где проводник? А что это за поезд? Я не подумала, что Славочка-то умер. Я просто подумала, здесь, я просто подумала, здесь мой Славочка, а я попасть не могу.
Вот. И я начала волноваться. Думаю, как, что это за поезд? Почему он по рельсам не стучит? Почему он летит? Почему такая огромная скорость? Что это вообще за поезд? Где проводник? Думаю, а кем он управляется? А может, он вообще никем не управляется? Думаю, а где же проводник? И с той стороны вагона также появляется эта девушка, которая мне принесла Славочку. И я ее в одно мгновение узнала сразу. И какой-то покой такой. И вот она открывает дверь в вагон и заходит. А я посмотрела, что она. Думаю, ну, она мне его принесла. Она сейчас здесь. И я села на пол. Думаю, да ладно, куда привезут, туда и привезут. Славочка рядом. И этого мне достаточно. Отчего же умер отрок Вячеслав? И почему не смог сам себе помочь, если стольким помогал, спрашивают люди. Как это напоминает Святое Евангелие, когда иудеи недоумевали, отчего же Спаситель сам себя не может снять с креста и спасти? Или он и не Спаситель вовсе? Увы, своемудрие человеческое, живучи. Не дожив 5 дней до своего 11-летия, этот святой ребенок-мученик обличил в людях неведение Бога и Его заповеди, губительную страсть к наживе и неисправность жизни многих и многих десятков, а после своей смерти уже и сотен людей. Сегодня мы можем обращаться к блаженному отроку Вячеславу с надеждой и верой в того, кому он служил каждый миг своей короткой праведной жизни. Будем же молиться и скажем сердечной благодарностью: «Слава Пресвятой и Единосущной Троице! Славу Богу, благословившему в последние времена страшного отступления от веры, глумления над целомудрием и затмения совести появиться дивному отроку Вячеславу, исполнившему закон Христов: друг друга тяготы носите». Славочка сказал: «Мамочка, когда я умру, начнется война, и рядом со мной ляжет много молодых ребят, много молодых офицеров». Оно так и есть. Рядом со Славочкой, впереди Славочки, началась чеченская вот эта бойня, и много наших ребят лежит там рядом с ним. Thank you.
Когда Славочка умер, где брать памятник, где что, я не знала. У меня мысль только была одна. Славочка сказал, что мрамор святой, что у него есть пульс, что у него есть сердцебиение, что он живой, и что его боятся инопланетяне, то есть бесы. И я просто думала, где взять мрамор. Тогда памятники делали из мраморной крошки или вот что-то из цемента выливали, ну, такие мрачные. Вот, искали, где-то что-то можно все-таки сделать. И получается, что я узнаю о мраморном карьере. И называется это село Коилга. Название красивое. Узнали где-то Коилга, поехали, заказали там памятник. Гробницу заказали. Заказали гробницу во весь рост. Вот она 1,70 м гробница, и там покоится Славочка. А памятник просто как стена. Ну, чтобы там было побольше мрамора, мы его сделали небольшим таким, но широтеньким. Ну, то есть низким, но широким. Из-за мрамора. Именно, чтобы был мрамор. И когда мы приехали туда, работники, рабочие вот этого карьера мраморного, они бедствовали. И они нам сказали, какие дорогие плиты для такого маленького ребенка. И пришлось им объяснять, что это не совсем обычный ребенок, и что он именно сказал о мраморе. Они нам еще, рискуя своей работой, просто в подарок, явно, конечно, никого не спрашивая, но они вытащили нам несколько плит на пол. Подарили. И обидеть их я не смогла отказаться. И потом, через некоторое время, когда мы Славочке памятник установили, я узнаю, что пошел заказ у них на мрамор из Коилги карьера на отделку храма Христа Спасителя в Москве. И сейчас эта Коилга очень богатая. Там столько мрамора. Но сейчас уже, если мы раньше брали лопату, приезжали за крошкой мраморной, потому что люди сразу же начали брать землю, как только Славочку похоронили. Вот думаю, ну что все землю, землю. Думаю, я хоть с краю положу камешки. Что ж. Вот. И поехала я в эту Коилгу с лопатой, с ведрами. И вот мы годами потихонечку возили камешки. Мне было жалко расставаться с той оградкой, которую сварили на вот эти детские деньги. Но пришлось расстаться. Потому что как только выступит местное телевидение о Славочке, видимо, какие-то есть больные люди. Они идут и просто там пакостят. Они собирают у Славочки вазы, они спиливают столик, они сыпят какую-то крупу, что-то там, какую-то гадость, вороны, вот это вот, все это. И это было выступление по телевидению неоднократное. И неоднократно совершался вот такой духовный вандализм. И духовный, и физический. Это просто вандализм. И мы вынуждены были поставить сень, чтобы хоть как-то закрыть Славочку, хоть как-то огородить его. И мы, когда немного нам дали книг, какую-то часть книг мы подарили, на какую-то часть книг люди сами давали пожертвования, да? И вот на эти деньги была поставлена сень. Хотели сделать небольшую часовню, но нам сказали, что чтобы что-то строить, нужно ИНН. ИНН, то есть номер. У меня ИНН нету. Я у них ничего не просила. Я на иждивении мужа нахожусь. Мне совершенно не нужны никакие налоговые номера. Я ничего не просила. Зачем мне будут его давать? А тем более я пойду добровольно его брать, если Славочка сказал, что это все от сатаны. И поэтому мы сделали ему сень, который не считается строительным материалом. Это просто оградка и закрытая вот этим парниковым материалом. Я не могу сказать, чтобы эта оградка дешево нам обошлась, но это все-таки оградка. Конечно, это не часовня.
Челябинской области сенсацией стал культ, формирующийся вокруг умершего 15 лет назад чебаркульского школьника. Челябинская епархия бьет тревогу. На Южном Урале растет религиозное почитание Вячеслава Крашенинникова. Мальчик умер от болезни крови 15 лет назад, а сегодня могила ребенка превратилась в усыпальницу, и вокруг его праха создан религиозный культ. Люди, которые сегодня создают новый культ почитания какого-то псевдо-православного святого, на самом деле очень далеко отстоят от православия. Еще этой весной на кладбище была простая могилка, а теперь построена мини-часовня, заставленная иконами, среди которых есть лик отрока Вячеслава Чебаркульского. По словам Анатолия Гребенюка, частного предпринимателя, отвечающего за порядок на кладбище, в последнее время паломников стало намного больше. Приезжают тут, бывает, очень много, бывает по 3 автобуса. Вот, насколько я знаю, с Японии были даже, с Югославии. С Новосибирска вот недавно приезжали, и с Москвы, с Ленинграда священники приезжали сами молиться. Нас пугает еще одно, то что люди, которые туда приезжают, туда едут с разных городов и нашей области, и в общем-то с России, они почему-то считают, что они вправе сами назначать того или иного человека уже святым, то есть они его там прославили, а мнение церкви их не интересует. Вот, и бывает очень много народу. Приезжают отовсюду. Вот вы знаете, даже если начать говорить, это можно перечислить все города нашей страны. Приезжают с Кавказа, много с Воронежа, много с Волгограда, с Владивостока. Едут из Татарстана, приехали. Пишут письма с Прибалтики. Добираются с какой-то дынькой до Славочки из Ташкента. Приехали цыгане из Бельгии. Приезжают из Германии. В общем, отовсюду приезжают. Это удивительно, конечно. Много детей приносят к Славочке. Приезжают молодых много. Много молодых мужчин. Много молодых девочек. И я спрашиваю, зачем из Владивостока приехали на 3-4 часа? Вот. Они, мы приехали поклониться. Я говорю, ну так далеко, как вас родители отпустили? Зачем? Они говорят, как зачем? Как вы не понимаете? Они меня спрашивают. Он же наш? Я говорю, как ваш? Ну он же наш, он же нам Богом дан. Слушай, давай-ка мы у Славочки возьмем хороший-хороший камешек для тебя. Вместе давай поищем. Большой-большой. Чтоб ты его не теряла. И никому не давала. Угу. Нет. Вот это себе возьми. И никому не давай. И не теряй. А если, например, вдруг что-нибудь, вот чувствуешь, раз потеряла, два потеряла, он нашелся. Можно сделать дырочку здесь. И на веревочку одеть. А вот это отдашь кому хочешь из своих подруг. Только вот именно, вот кто вот Бога любит, да? Вот. И чтобы то. Только кому хочешь сам. Вот вроде стоит большой человек, и вроде как и никого нету. Такие девочки нежные, ласковые. Слава тебе, Господи. Как приедешь отсюда? Потом домой возвращаешься, ходишь, ну вот с благодатью с какой-то. То есть в душе мир, какая-то тихая такая радость. И вот все заботы как-то кажутся вот не такими важными. Хочется, чтобы и дети это почувствовали.
И тянет, приезжаем, тянет и тянет. Вот сейчас внука привезла. Думаю, что, может быть, ему и в будущем это пригодится. Ну, вот дай Бог, чтобы все так почувствовали эту благодать, которая от Славочки исходит. Вопрос о законности появления на городском кладбище молельни, установленной на могиле подростка, умершего 15 лет назад. За эти годы у отрока Вячеслава появились поклонники, каких только чудес они о нем не рассказывают. На языке представителей церкви происходящее ничто иное, как опасное заблуждение. Кому выгоден культ славы, разбирался Айрат Шевалиев. Когда у кладбищенской часовни стало больше людей, чем в Чебаркульском храме, в Челябинской епархии приехала православная комиссия расследовать чудеса и изучать скандальные книги. Открывая первую страницу книги, мы видим так называемую икону, изображающую этого несчастного умершего мальчика. Это подложное изображение. Это своего рода некая спекуляция принятым в церкви отношением, благоговейным отношением к иконе. Сама книга начинается с обмана. 5 дней назад епархиальные исследователи вынесли свой вердикт. В городе Чебаркуль зародился лжекульт, ничего общего с православием не имеющий. Сегодня Господь сподобил посетить могилку Славика. А я вот недавно прослушал на диске, мне привезли из Москвы. Я прослушал... Мне понравилось интервью, и мы решили съездить. Ну и, конечно, возмутило вот выступление епархии. Просто возмутило. Ну, и, вот, и наоборот, подтвердило вот мое стремление съездить. Я давно собирался, но мне вот до отпуска. Вот когда Славочка умер, сразу стали брать землю и камешки. И его отец годами сам лично сыпет землю и камешки. И люди это разбирают. И нам все хотелось, чтобы как-то бы уж это и не надо на все. Вот нам это все не надо. Потому что за людьми приходится убирать. Они пришли, натоптали, они там что-то где-то землю взяли. Они, конечно, не заровняли. Вот это все убираешь, стоишь там годами, беспокоишься. Конечно, хотелось бы просто, чтобы Славочка спокойно полежал. И я все думала, что, видимо, настанет такое время, когда никто не будет ходить, спокойно все, Славочка полежит. Но с каждым годом народу больше. И сейчас мы... Мой муж уже смирился, мы сыпем эти камешки, мы сыпем земельку, и я уже думаю, если так угодно Богу, пускай и камешки, и земелька расходятся по стране. И я хочу сказать, пользуясь случаем, что мы не продаем земельку и камешки. Я не знаю, кто ее продает, эту землю, и Славочкина ли это земля, или камешки. У нас то место, где лежит Славочка, оно открыто, достаточно протянуть руку, чтобы взять земельку и камешки. У меня даже мысли не было продать камешек. Но сами мы, конечно, его купили, но мы не продаем. Вот это я очень хотела сказать. Это вообще для меня очень даже как-то дико, абсурдно. И мой муж изумляется. Поэтому я не знаю, кто наладил такой бизнес. Надеюсь, что это неправда. А у Славочки на кладбище вообще происходят разные вещи. Вот стояла излеченная Славочкой на кладбище Нина Пономарева, Нина Анатольевна. И она рассказала такую историю. Я, говорит, стою, молюсь, когда еще не было сеня. Подходят две женщины и с такой, говорит, завистью на меня смотрят. А я, говорит, им и говорю,
заходите. Они говорят, а мы не можем. Она говорит, как это вы не можете? Заходите, помолимся. Они говорят, мы не можем переступить оградку, он нас не пускает. И еще постояли, говорят, долго постояли в стороночке и ушли. Я и неоднократно слышала, как вот в открытую оградку люди зайти не могут. Славочка не пускает. Один раз решили у него сирени наломать люди. И слышат голос. Почему я поверила, что это Славочкин? Потому что я Славочку хорошо знаю. А люди эти не знают, что говорили. И слышат тихий голос. Не трогайте, не трогайте, не трогайте. А Славочка по три раза всегда говорил. Не трогайте, не трогайте, не трогайте. Они ломают. И они слышат уже более явственно. Положите, положите, положите. И тогда до них дошло. Одна из них рассказывает, когда, говорит, мы на кладбище шли, все думали, как же мы обратно дойдем? Ноги-то болят. Но когда они услышали, не трогайте, не трогайте, положите, положите, мы, говорит, так бежали с кладбища, мы, говорит, даже не могли понять, как оказались в Чебаркуле. А некоторые приходят, как местная псаломщица рассказала. Я, говорит, 2 года не могла найти отрока Вячеслава. Ходит, ходит и найти не может никак. А потом, говорит, была, говорит, я ездила, говорит, на покаяние, покаялась в своих грехах, иду и думаю, ну не пускают, значит не пускают. Не могу найти, значит не могу 2 года найти. И иду, говорит, и, говорит, натыкаюсь, говорит, на оградку. Глаза, говорит, поднимаю, Славочка. Приехал автобус с Румынии, с Югославии, уже забыла. Или в Черногории говорили. Вот Черногория. Вот, в общем, оттуда приехал огромный автобус. Я его не видела, этот автобус. Приехал он без меня, потому что я это прочитала в местной газете от местного священника. Потому что тот написал, вот, приехали братья из далекой Румынии, все, вспомнила дословно, приехали братья из далекой Румынии, и никто типа не посещает вот эту церковь. Все приехали на кладбище. Подъехал этот огромный автобус, остановились они там, спросили, как пройти к отроку, кланяясь, крестясь. Практически они на коленях, такое расстояние, к Славочке на коленях пришли. Здесь, говорит, молились и молились, говорит, на коленях молча, очень серьезно. И потом, говорит, после того, как помолились, ни на кого не глядя, опустив глаза, им автобус сюда подали, они, опустив глаза, сели и уехали в Румынию. Это говорит, с моей точки зрения, говорит о том, что люди знали, к кому они едут, зачем они едут, зачем они едут. И он им явно помогает. Вот в такое время, как сейчас началось, что я могу сказать паломничество к отроку? Я повторюсь, я никого никогда не звала. Славочка при жизни показал, что имеет силу. Люди сами соображают лучше меня. После смерти Славочки сами стали приходить. Я долгое время считала, что земля, как это, вот так вот, выемки какие-то в земле. Я их заполняла, думала, вороны землю едят. Я даже ничего не понимала. А потом мне один батюшка сказал, говорит, какие вороны, это люди землю берут. Я говорю, да вы что? Вот для людей, чтобы они тут совсем не сыпали, я положила камешки. Потом начала смотреть на этих людей, кто идет, зачем идут. И начал появляться опыт от православных людей, что они говорят, как они исцеляются, что они делают. Вот. С самого начала, и когда еще Славочка жил, к нему ходили священники. Они сейчас к нему ходят. Я одного священника попросила, говорю, в епархии такое гонение на умершего отрока, на усопшего. Поэтому, говорю, батюшка, я вас прошу, вы, пожалуйста, к нему не ходите, пока все это не утрясется, потому что мне просто вас жалко. Вы будете сейчас говорить что-то, но просто вас не будет. А другой посмотрит и тоже замолчит. Я некоторых священников просто сама прошу, чтобы они себя не давали на съедение. Вот поэтому есть тут священники в епархии, которые любят отрока, но я никогда не скажу, как их зовут.
Потом, значит, очень часто приезжают к нему с Афона. И вы знаете, это такая величественная картина, когда идут седые, могучие, духовно богатые монахи по этому задрипанному Чебаркулю, по этому грязному полю, по этому убогому кладбищу идут светильники, чтобы поклониться ребенку. Это фантастика, это невероятно. Вот это меня настолько поражало. Я вот всегда была в таком состоянии какой-то отрешенности, когда эту картину видела, как они благоговейно, с утонченными духовными лицами, с бородой, в рясах в черных, служащие Богу, не видящие вот этого мира, ему кланяются. Они ему кланяются, они его любят, они старцы, они его знают, он ихний. Поэтому это была настолько изумительная картина. Они меня своим видом, они меня настолько, помимо отрока, утвердили в вере, утвердили в том, что наша православная вера – это правильная, где бы она ни была, в какой бы части света. Это я видела. Дальше идут батюшки. Они, знаете, тоже идут с любовью, но они уже не такие, как монахи. Они обремененные жизнью вот этой. Поэтому немножечко, к сожалению, с оглядкой, в отличие от монахов. Монахи без оглядки, они знают, куда идут. Вот. Поэтому уже такого восхищения, когда идут батюшки, нету. Но иногда бывают такие чудные батюшки. Вот недавно был батюшка, который пришел сюда и говорит, он старенький, он пришел сюда и говорит, во, все священники отрока предали, а Бог видит, я его не предал. Я здесь стою, фотографируйте меня сколько угодно, что хотите, то со мной и делайте. Я здесь стою. Радость неописуемая. Как можно не порадоваться за такого батюшку? Вот. Поэтому это их проблема, кто ходит и кто не ходит. Кто ходит, это просто изумительно. Смотришь на всю эту красоту. Вот красота. Мы приехали к отроку, праведному отроку Вячеславу с далекого приволжского города Симбирска. Вот без волнения я просто не могу рассказать
о той первой благодатной помощи, которую отрок Вячеслав, Господь посылает по молитвам отрока Вячеслава всем нуждающимся в его помощи. Мы, как узнали, у нас много почитающих отрока Вячеслава, православных христиан в Симбирске. Мы от них узнали, как проехать сюда. Вот. Как говорят, положить намерение, а Господь поможет. И вот Господь по молитвам отрока Вячеслава нам помог приехать сюда. Вы знаете, с первых моментов, когда мы только положили намерение, Господь нам помогает. Ехали мы. Вы знаете, такая благодать. Никто нам не мешал. Мы могли спокойно молиться. Вот. Перед подъездом к Чебаркулю мы на небе видели радугу. Вот. Это уже отрок Вячеслав нам открывал путь, что это сама благодать помогает Господа Бога через отрока Вячеслава нам. И здесь, когда мы приехали, мы увидели именно доброту, ту доброту, которая изливается от православных христиан, от матери отрока Вячеслава Валентины Афанасьевны, от тех людей, которые ее окружают. Вы знаете, и сама природа помогает даже приезду нашему. Вы знаете, говорят, что были здесь морозы, а сейчас здесь такая благодать, весенний просто день. Все очень довольны, что побывали здесь. И при удобном случае мы обязательно сюда приедем и всем будем рассказывать, какой здесь отрок чудный есть. По его молитвам, да пусть Господь продлит нам дни и даст время на покаяние. Без покаяния Русь погибнет. Нельзя нам это без покаяния. Господи, вразуми нас всех, помоги нам, не оставь нас грешных. Мы все погрязли в мирской суете. Помоги нам, Господи, через таких праведных людей. Господи, да продлит дни жизни Валентине Афанасьевне, оградит ее от всех напастей лукавого. Господи, враг повсюду. Нельзя нам расслабляться, потому что православие, православная церковь Христова – это воинствующая церковь на земле у нас. Есть воинствующая церковь на небе, есть на земле. Так вот, мы должны быть воинствующей церковью, иначе нам грош цена. Мы должны бороться за православие. Спасение души только в православии. Простите нас, грешников великих. Как, Господи, Тебя благодарить, мне грешные уста и мощи. Для нас Ты чудо можешь сотворить. Хвала Тебе, о Боже всемогущий. Ты дивного нам отрока послал, чтоб мир услышал Божьи глаголы, чтоб защищал нас, утешал и исцелял ребеночек из Чебаркульской школы. Вот книгу мамочки его держу в руках, комок у горла, слезы льются градом. Я вдруг тихонько, тетенька, не плачь, как колокольчик, голосочек рядом. Целую фотографии его, иконы, землю, камушки с могилы, а сердце плачет, просит одного спасения по святым молитвам милым. Народ пишет. Когда Славочка заболел, а люди ждали его помощи, я говорю: «Славочка, ну еще была у меня надежда, что Славочка не умрет.
Вот. Ну, и в то же время я не понимала, что думаю, что вроде как... Ну, в общем, не пойму, я не могу объяснить свои все чувства. Я его просто сказала: «Славочка, ты же обещал людям, что ты всех полечишь». А он сказал: «Да, мамочка, все, кто меня будет просить с любовью, я всем им помогу». Я говорю: «Славочка, а как ты им поможешь? Что ты будешь стоять посредине России и всем помогать, что ли? Или они все пойдут ко мне домой, а я за ними буду снова мыть, стирать и убирать, и быть всем служанкой?» Он на это не обратил внимания, он сказал: «Мамочка, после смерти мне особенно будут удаваться глазные болезни и нервные болезни. Особенно удаваться». Аудиокниги по 200 рублей, книжечки по 100, камешки и того дешевле. Проект «Санта-Славик» для приближенных стал такой золотой жилой, что даже те, кто веровал, усомнились. Какие-то камушки настаивать на воде будут. Ну, следующий этап — ставить клизму, понимаете, из этой воды. Павел Флоренский тоже ездил к Славику. Он ведь главный в официальной комиссии по чудесам. Но чебаркульское чудо церковной лицензии не получило. Павел Флоренский решил, что оно от лукавого. Никакого отношения ни к церкви, ни к православию оно не имеет. Отгородившись от покупателей табличкой «Закрыто на обед», булочница Лена тайком демонстрирует персональные чудеса бывшего одноклассника. В этом году мне ногу разрезали, и она мне два месяца не заживала. Я взяла просто вот фотографию его школьную и просто легла с ней спать. У меня через два дня она затянулась. Когда болит голова... Миленькие камешки малышки заворачиваются, болит живот, камешки покрупнее заворачиваются и привязываются к животу. Ну, которые люди возьмут камешек маленький в рот и говорят: «Вот, перестает болеть», и говорить неохота. И даже тут порой есть не хочется. По огороду тоже потом по периметру положите камешки, положите. Людям давайте что-то хорошее. Хорошо. Вот говорят, вот я узнаю по стране, что где-то продаются камешки. Мне даже назвали сумму, что один камешек стоит 500 рублей. Так вот хочу сказать, никогда в жизни ни одного камешка мы не продавали. Я не знаю, кто торгует камешками, каким образом это все происходит, но я так думаю, люди эти просто достойны наказания. Вот приехал как-то из Воронежа автобус, и одна женщина, которая смела лечить Славочкиными камнями там кого-то, она из автобуса выходит, а там автобус-то, ступеньки прямо на траву, Мерседес усовершенствованный автобус. И вот это, и она ломает ногу. Вот она поломала ногу, такой крик, три человека сошло. Четвертая опять крик, опять ногу. Оказалось, что вот они берут эти камешки, еще кого-то лечат этими камешками. Вот. Но наказание вот, слабое, очень слабое наказание, поломанные ноги. И потом, когда я посмотрела, что одна, вторая, кто-то в обмороке лежит, кто что, я ему говорю: камешков берите, 4-5 штук хватит вам. Потому что действительно торгуют. Но люди есть люди. Вы знаете, летом вот это все открыто. Тут спокойно протянул руку и набрал камешек сколько хочешь. Оно все лето открыто, всю осень открыто, всю весну открыто. Поэтому что они там делают? Кто-то, может, колдует на эти камешки. Такие тоже разговоры есть, что там колдуют. Я вообще не знаю, что делают колдуны. Я стараюсь никогда даже не слушать. Даже порченных людей стараюсь не слушать, что они там делают. Я слышать это не хочу. И когда вот даже подробно мне кто-то начинает рассказывать, я не хочу слышать. Мне бы самое главное знать, как от этого избавиться. А избавиться — один-единственный опыт. Только Бога просите, все. Бог дает избавление, исцеление. Бог дает отроку, прославляя своего отрока. Отрок исцеляет вот так вот много. А они мне говорят: не может быть столько много массовых исцелений. Как это так? Что это только много? Я говорю: ну, знаете, говорю, вы что, будете контролировать уже, сколько Бог может дать, что ли? Вы что, возможности Бога будете контролировать? Сколько дает Господь отроку, столько отрока делает. Он при жизни жизнь свою отдал. Неужели он сейчас после смерти, маленький, хорошенький, не будет Бога стоять и умолять: «Господи, помоги». Конечно, просит.
такой случай, что у нас Настя тоже заболела сильно. Что на ночью у нее стали как бы приступы. Ее то ли животик болит. Я не могла понять, что с ней случилось. Я хотела вызывать врача. И тут мы подошла к Нижечке, к Славочке. Я говорю: Славочка, миленький, помоги. И знаете, такая была мысль. И то ли это мысль, то ли какие-то слова. Возьмите мою книжечку, положите Настеньке на головку. Я взяла, положила на подушку Насти. И Настя у меня уснула. А еще мне так было сказано, что не переживайте, она вырастет, красивой девочкой будет. Я положила книжку, села и сижу. Настенька спит. Так она до утра проспала. Утром я пошла поблагодарить маму Славика, сказать, что вот так мне Славочка помог с Настенькой. Я захожу, мама меня спрашивает: как Настенька? Я говорю: вот, матушка, так получилось сегодня ночью. И мама мне говорит: не переживай, вырастет, красивой девочкой будет. И я еще раз убедилась в том, что связь между мамой и отроком, она, наверное, никогда не прекращается. А муж несколько раз бросал курить. Он был замом командира полка, и он все как-то старался бросить курить. И не мог. Тот 3 месяца не курит, потом опять закурит. А вот когда он говорит: я попросил у Славика, я пошел на могилу, встал, я просил его: Славочка, помоги мне. Взял камушки его, положил себе в карман. Земельки, говорит, его поел. Я говорю: каждый раз, как приходил, я ел его земельку. Я говорю: ты знаешь, какая она вкусная, мне говорит. Я говорю: как земля? Вот ты пойди попробуй. Мы пришли с ним, приехали, я попробовала. Знаете, необыкновенный вкус земли. Она мне первый раз показалась мятой. А потом, знаете, второй раз, когда я взяла, это был какой-то, знаете, во-первых, запах от могилы, как ладан. Я думала, что это мне так кажется. А муж говорит: ты знаешь, я думала, что мне тоже такое... что я сам себя обманываю. Но когда мы вдвоем это говорили, когда мы уже вдвоем, то мы уже не, было понятно, что это не обман, что в самом деле запах земли такой. Вот. А еще очень интересный был случай с нашим младшим сыном. Он у нас медик. Вот. И они как-то отмечали день рождения. Немножечко выпили. И тут ему срочно надо было выйти на работу. Ему позвонили, что ему надо срочно выехать на работу. Он говорит: ну я не пьян, но все равно запах даже от меня. Говорит: как? А невестка ему, Таня, жена, ему и говорит: ну стоит у нас водичка с камушками, попей. Ну и он взял этой водички, выпил. Он говорит: я моментально стал абсолютно трезвым, абсолютно. И Таня говорит: даже запаха никакого не было. Вот они так удивились, что они сразу же из Челябинска к нам приехали на следующий день и это нам рассказывали. Приезжаю к отроку Вячеславу второй раз на могилку. И меня всегда поражал прием мамы отрока. Вот когда приезжаешь, с такой любовью встречают, как родных людей. Вот мы это ощущаем. Приходишь на могилку, здесь тоже вот Славик, отрок Вячеслав, нам всегда вот, вчера и сегодня показал, вот, как вот он любит нас всех. Вот радугу видели после молитвы. Такая радуга была в сене. На улице выходим, нет, только здесь, где молились. Вот именно около могилки. Да, я после первого приезда на могилку к Славику взяла святыньки, камушки, водичку.
освященный на могилке. У меня сын страдает головной болью, связанной с сотрясением. Очень часто головная боль, и когда я стала его лечить камушками, всегда помощь приходила очень быстро. Камушки прикладывала к голове, читала отроку тропарик, пропевала и молилась, водички давала попить своему сыну. У него все ему очень помогало сразу. Он засыпал, просыпался уже здоровый. Вот это чудо. Славик, который явил вот мне грешный и моему сыну. Вот одна тоже на родительский день все берут камешки. Одна принесла и ложит камешки. Ее верующие спрашивают, вот почему все берут, а вы положили? А я, говорит, взяла у него камешки. Она рассказывает. Взяла, говорит, его камешки. И сказала, что мне надо исцелить, у меня диабет. Принесла домой эти камешки, а он, говорит, меня не исцелил. Он пришел ко мне ночью и говорит, положите мои 11 камешков на место. Я, говорит, утром встала, посмотрела, у меня 11 камешков. Вот я их и принесла. Ее верующие спрашивают, вы хоть крещенная? Она говорит, нет. И ушла. Вот и такие бывают посетители. Раба Божия Нина, мы приехали с Воронежа. Узнала я отрока Вячеслава 3 года назад, прочитав книжку о нем. Ну, как-то вот иную книжку прочитаешь, вроде и веришь там, не веришь, какие-то сомнения. Но вот эта книга попала в руки, вот честное слово, вот как перед Богом говорю, не то что живая, и книга живая, настолько все... Это к сердцу лилось. Настолько все, вот как-то полюбили его, не видя, еще не зная, не слыша. Но вот только прочитав книгу, мы сразу полюбили. Он наш, он свой, он от Господа. Чувствовалось это и душой. Но вы знаете, когда пошли в храмы в свои, когда вот начали уже говорить об отроке Вячеславе, батюшки говорили совсем противоположные. Они говорили, как бы там лжехристы, лжепророки, на это самое, по-всякому. Молчал, но сомневался. И вот как между двух огней. Как между двух огней. Или молиться ему, или не молиться ему, или... Ну, Господь, вот видно, сделал вот такое чудо на мне грешное за мое, может, маловерие. Нога заболела. Заболела нога у меня, и до того она, ну, мази, таблетки, как всегда, как мы лечимся. Не, ну, а до того доболелась, что не вставала, не ходила. Подымали дети, если мне надо встать, куда-то сходить, а так больше лежала. И до того как-то вот все надоело, вот эта болезнь, боли все. И вот тут-то я взяла книгу, взяла и не молила, а грешница, прости меня, Господи. Требовать начала, вот так, держа книгу в руках, я требовала, отрочи, святой угодничек, прости меня грешную сочадом за грехи мои, если сможешь, помоги, помоги, умоляю. И вот так я кричала, так вот его просила, прости меня, отрочи Вячеславе. И что вы думаете, попала земелька, попала святая водичка отрока Вячеслава, и я начала мазать ногу, и вы не поверите. Буквально один раз я помазала, и через полчаса, минут через 40, я почувствовала, что у меня нога не стала ни дергать, ни ломить. Но тише, 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 и слава тебе, Господи, она у меня исцелилась. Так же было и с отроковицей Татьяной, с дочерью. У нее острый лейкоз. Отлежали мы в больнице, химия нам делали, но она не пошла. 4 раза желудочное кровотечение, 2 раза кишечное открывалось. Соборовались, причащались, исповедовались. Вот этим и лейкоциты, и тромбоциты повышаться начали. А совсем недавно, буквально вот по осени, у нее резко, резко упали лейкоциты. И кому опять? К отроку Вячеславу. Просила, плакала, смотря, у меня еще не было
иконочки, хоть батюшки говорят, что он не канонизирован. Но глаз народа – это глаз Божий. Поэтому я опять к нему, милосердно, опять к нему. Отроче Вячеславе, помоги, помоги моей девочке, помоги. Или укрепи, коль ей суждено умереть, или исцели. Умоляю, прошу. И что вы думаете, долго это просить не пришлось? Приходя с работы домой, девочка моя встречает, улыбается. На утро пошла сдавать анализы. Анализы-то хорошие. Дивные чудеса твои, Господи, во святых своих. И хочется сказать, да, милые наши батюшки, да, милые сестры и братья, с Богом бороться можно, но победить его нельзя. Поэтому очень благодарны отроку Вячеславу, очень благодарны и Господу, что нам, грешным, послал такого чудотворчика, такого исцелителя, младенца отроку Вячеславу. Спаси, Господи. Воронеже. Меня зовут Валентина. Я работаю в церковной лавке уже много лет, 18 лет, слава Богу. И сейчас, вот как появилась книга о отроке Вячеславе, мы ее, так как скажем, активно, и я, и мои продавцы, так это распространяем, говорим людям, объясняем. Конечно, мы много получаем за это, сами знаете, препятствий. Много нам говорят всяких и пакостей. Особенно иногда принесут эту книгу, назад кидают. Так. И такое есть сейчас. Привезли косыночки там. Ну, батюшки очень противляются. Но люди много несут таких чудес, что просто страшно. Купила одна сестра книгу. Но, к сожалению, я не успеваю все записывать, или мне передадут. Пришла, говорит, я так болела, у меня песок пошел. Смотрю, говорит, вот лежу, говорит, как в бреду. Подходит ко мне, говорит, мальчик, кудрявенький, красивый, как с облаков какой-то. Говорит, болеешь? Я говорю, да. Он берет эту, говорит, книгу голубую вот эту, Емельяновой, и кладет мне на бок. И говорит, ну как тебе, хорошо? Говорит, вы знаете, у меня такое состояние, как я растаяла. Говорю, ой, как мне хорошо стало. Он говорит, а теперь эту книгу отнеси своей подруге. Она тебе очень, говорит, больна. Пусть она читает ее и исцеляется. Представляете, я подругу не могу найти, дети у нее, конечно, так. Она говорит, ну я так постараюсь быстренько это все сделать. Еще такой один эпизод. У моей продавщицы Людочки двоюродная сестра очень болела. Звонит и говорит, Людочка, я, наверное, помираю. Ну так, я болею, но просто сильно. Она говорит, я же тебе все дала, и камушки, и земличку, и водичку. Уж как ты, моя сестра, знаешь, что-то немножко так у нас хворая. Я тебе все дала это. Ну возьми все это, натрись. Она говорит, да вот, наверное, сейчас это поговорю и все сделаю. Ну, говорит, говорю, она говорит, Люда, да я выздоровела, у меня ничего не болит. Так что слава Богу за таких угодников Божьих, которые молятся нас, как отрок Вячеслав. И всем хочу, чтобы люди понимали его, особенно дети. Как дети тянутся к нему, вы не представляете. Это что-то с чем-то. Дети так его понимают. Да, бабулька одна пришла с внуком. Вернее, сестра там одна ходит с детем. Он кричит, у нее аж позеленел. Моя продавщица Мария говорит, женщина, да возьмите, купите у нас Славочку. Она так посмотрела, вот, ну, Христа ради вас спрашиваю, ребенок аж зеленый лежит в коляске. Понимаете, аж залива. Может быть, Господь вот так вот. Но смотрю, она подошла, расфыркала, давайте. Так, взяла одну. Смотрим, утром бабка прибегает, говорит, дайте мне 10 штук. Вы что, с моим внуком чудо? Он с этой иконочкой, говорит, спит, он с ней, говорит, кушает хорошо, и гулять его прям берет с собой, он еще не разговаривает даже у нас, а ее прям с собой берет, вот прижимает и ходит с ней. Вот вам чудо или не чудо? Mm-hmm. Чудо. 10 штук сразу едай. Видите, это маленькие эпизодики такие вот. Но их столько много. Ну что еще рассказать? Я могу рассказать целый день. Маленькая девочка, младенчик еще, не знаю точно сколько лет. Она вот отличает водичку. Даешь ей простую воду, она говорит, плохая вода. Даешь, говорит, от Славика с камушка, она говорит, какая сладкая водичка. И говорит, вот мы пробовали с ней шутить даже как-то, знаете. Она говорит, не надо, мне дайте только с камушками водичку. Очень сладкую водичку. Так что Славочка это... не мелочь, это великая сила. Когда он, как говорится, мы его просим, надо так просить, что знаете, что не откажут, если это нам полезно, конечно. А не так, знаете, вот там друг не поможет, а вера друг поможет. Веры нет у нас. Да, великая, а когда дитя. Будет вера, тогда все будет.
Вот насчет камешек и земельки, вот люди берут, тут у нас лампадка висела, маслица очень хорошо помогала. Вот вы знаете, люди сами рассказывают, потому что я в этом вопросе не была, опыта не было. А то, что вот сейчас люди рассказывают, как вот они исцеляются, берут, вот из их опыта, причем не единичного опыта, получается, что когда они берут Славочкина, например, гвоздички, хризантемки, вот так вот берут они, складывают цветочек, ложат у маслечка, вот, потом натирают вот эти хондрозы, артрозы всякие, и свидетельствуют, помогают, свидетельствуют, там же свидетельства, вот они пишут, там же и адрес, и имя, и фамилия, все есть, люди не скрывают, да и нельзя скрывать помощь такую, вот. Значит, а когда берут розочки, они просто ложат розочки в масло, и это маслице и вовнутрь употребляют, и сверху употребляют. Но вот такие, как хризантемы, гвоздички, это только наружно применяют они. Вот, тоже рассказывают, как исцеляются. Земельку, например, если особенно много исцелений, значит, свидетельствуют люди, от щитовидки. Они берут земельку, разводят водичкой, и вот это вот крем как бы смазывают щитовидку, и щитовидка проходит. Вот. А если, например, у человека очень часто болит у мужчин спина. И вот когда вот эту спинку намажут, например, жена ему намажет спину земелькой, потом говорит, я, говорит, эту земельку, говорит, стираю, и вот этим маслом хорошенько растираю, и проходит. Вот. Проходит гораздо быстрее, чем когда человек лечится в больнице или там что-то какими-то припарками или чем. Земля, кстати, имеет такое странное свойство. Вот сейчас вот смотрите, да, на улице, как бы то ни было зима, недавно были морозы сильные. Она теплая, как летом. Она теплая и приятная. Почему, спрашивается? Вот. Поэтому земелька, вот она имеет вот такую силу. Еще, знаете, с Воронежа мне медики прислали письмо, там было написано. Я в медицине не разбираюсь, какой-то спектральный анализ они провели, куда-то камешек, значит, ставили, вот, и оказалось, что этот камешек снимает радиацию, убирает намагничивание какое-то, там она столько-столько много перечислила, просто когда-нибудь я все вот то, что такое основное, просто помещу в книжку, как люди пишут, прямым текстом вот это вот, чтобы люди знали. Поэтому камешки обладают тоже вот такой вот целительным свойством, как бы убирают радиацию, намагничивают, размагничивают человека, как медики говорят. А простые люди говорят, я, говорит, залила это водичкой камешки, пью, говорит, по полстакана каждое утро, голове лучше, давление убралось, желудок и кишечник работают нормально, я жила. В общем, это по-простому, как люди говорят. Не мудрствуют долго. Вот, значит, таким вот образом они излечиваются. Значит, заливают водичкой камешки, и водичку эту пьют. А одна женщина, у нее с глазами проблема, она просто берет камешки, ложит на ночь на глаза, к утру у нее глаза, и краснота проходит, и воспаление проходит, и все. Кто как умеет. Так они и лечатся у нас. Вот, и с цветочками, и листочками, с Украины вот шлют. Но Украину, кстати, невозможно послать ни земельки, ни камешки, потому что не пропускают через границу. Поэтому Нина Анатольевна посылает на Украину розы. Она берет лепестки, вот, когда сушит, когда нет, вот так вот, берет туда, посылает. Люди исцеляются, свидетельствуют от лепестков. Кто как умеет, кто просто чай заваривает, кто маслице делает, пьет. Ну, видимо, как и со всех других это, мест. Когда люди берутся цветы в могил, ведь давно это, давным-давно все это идет. Я же никому не говорю, что ой, возьмите там земельки, да, все. Люди сами знают, люди мне рассказывают, как это нужно делать. Вот. А я только смотрю, анализирую, собираю вот эти вот факты, которые они же мне и присылают. Поэтому такой вот опыт. Цветочки, поэтому мы теперь постоянно здесь, у Славочка, постоянно розы. Потому что цветы эти просто необходимые. Думаю, я же иногда говорю, Славочка, потерпи. Я знаю, что ты за гладиолус расстраивался, что ты расстраиваешься за каждый цветочек. Но ты уж их освети, пусть это будет лекарство. Ну как-то, ну кто-то же нам должен помогать. Ну Господь помогает. Слава Богу. Thank you.
сначала хочу рассказать, как появилась на свет вот эта девочка. У меня дочка забеременела, буквально несколько, недели 2-3 было. Открылось сильное кровотечение, врачи сказали, ребенка рожать нельзя, надо срочно делать аборт. Но это грех, и поэтому я говорю, съедем к отроку Вячеславу и благословимся, что Господь разумеет, так и будет. Мы приехали, помолились у Славы на могилочке. Мама сказала попить травку, солодку, не помню, какую-то травочку. Мы приехали в Челябинск. Через недельку она приходит к врачам. Врачи удивились. Говорит, такого не может быть. Вы так хорошо полечились. Ну, уже просто не стали говорить, как полечились. И вот благодаря вот такому числу, вот эта девочка, слава Богу, живая. Интересно, тоже недавно случай. Вот мы говорим, да, что вот мы, конечно, по грехам своим получаем. И дети-то наши тоже по нашим же, опять же, грехам. Вот пример такой прям реальный. Значит, у одного доктора болеет и болеет ребенок, не растет. Вроде и сильно не болеет и не растет. 6 месяцев ребенка. Они поехали к Славочке. Осветили там йогурт, все, что он там любит есть на могилочке. Он отказался есть, этот ребенок. Не ест день, не ест вторые сутки. Матери же жалко, а мать тоже врач. Матери его жалко, и она насильно ему ложечку йогурта дала. Ребенок, который в пеленках лежал, встает на четвереньки и начинает давиться. Давится, 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 давится. Значит, мысль у них, что он подавился йогуртом. Он давился, давился, и вышло из него маленькое черное кучевое облако. Ребенок стал поправляться. Ему-то всего 6 месяцев. Так что о чем мы вообще говорим? К Славику приходят на могилу и рычат, и шипят, и в обморок падают, и лают, и волком воют. Я уже наслушалась, чего только не наслушалась. Первой же поездки к Славику, я считаю, что произошло очищение. До поездки я вот в течение нескольких лет, наверное, лет 70, страдала воспалениями легких. А у меня раза 5-4 там было, в зависимости, когда как. Каждый год были воспаления легких. И тут после поездки я приехала домой в хорошем состоянии, в хорошем настроении. Легла спать и проснулась ночью от того, что меня очень сильно знобило. Просто зуб на зуб не попадало. Вот, я закуталась в теплое одеяло, накрылась головой. А потом вдруг резко у меня поднялась температура, где-то градусов под 40. И, в общем, я была вся мокрая от этого. Пропотела так, что утром одеяло было хоть выжимай. Но вот утром встала, и никаких симптомов не осталось, ни простудных, никаких. То есть как будто ничего и не было. И вот после этого случая, в течение вот уже нескольких месяцев, может, полгода, воспаление легких ко мне больше не возвращались. Но вот еще случай был, приехали мы с внуком сюда, с маленьким, 6 лет. Ну, тоже как бы все нормально было, все хорошо. Ночью также легли спать, и вдруг у внука ночью открылась жуткая рвота. То есть вот было настолько сильное очищение произошло. Утром тоже вот как будто ничего и не было. То есть никакое это не отравление было, ничего. Бесследно прошло и все. Ну, считаю, что это Славик помог и вот таким образом нас очистил. Просто мигом, можно сказать. Все.
Позвонили, попросили. Валентина Афанасьевна, пришлите их Зимейке камешка. Валентина Афанасьевна шлет Зимейке камешки. И вы знаете, получается, я уже посчитала. Набираю, вот, например, не всегда же у меня есть время. 40 писем набирается, как правило. Рассылаешь 40 пакетиков, 4 ответа только приходят обязательно. Из 10 один. 4. А еще по 4. Вот. Больше, и, наверное, да, надо. Из 40 отправляешь пакетиков, из 40 вот 4 скажут тебе спасибо. Вот. Потом я подумала, а может и не надо все это. А потом... отослать и хватит. Вот, а потом подумала, думаю, да откуда я знаю, потому что я только подумала, что я не буду рассылать, зачем мне эта нагрузка годами. И получаю маленькую такую с почты бумажечку, там написано 250 рублей выслала женщина, может они у нее последние. Она их выслала и пишет: Славочки, на свечи и на панихиду Славочка исцелил меня от рака. Вижу, как маленькие ребятишки у Славы на могиле шипят, рычат, квакают, в обмороки падают, кричат: «Я боюсь, я боюсь, я боюсь!» Их трудно подвести к фотографии, их трудно подвести к кресту. Знаете, очень интересная, странная вещь. Ребенку 9 лет, такой хорошенький-хорошенький мальчик, вот, даже не подумала бы, что с ним такие происходят вещи. Отец ему говорит: «Подойди», а он не может. Тогда отец его поднимает в воздух, да? А в воздухе как будто кто-то ему подставляет как бы подставочку. Он об нее как бы упирается, как об деревяшку, но ничего нету. И он со всей силы сопротивляется, чтобы только его бы к Славе не подтащили. Вот. А потом, сколько раз его привозили, сейчас ему стало полегче. И он с такой, вот знаете, с каким-то вот с вымученным благоговением встает вот на коленочки. Это страдание вот этих детей. Это как расскажешь-то? Это все видишь? Слов не хватает на все, чтобы объяснить, что там происходит. Когда в роду есть богоборцы и разрушители храмов, или колдуны, или убийцы, а сегодня чуть ли не каждая вторая женщина имеет аборты, за эти нераскаянные грехи, которые вопиют к небу, за них весь будущий род страдает. Вот почему сейчас так много больных и бесноватых детей. Они неуправляемы, они пьянствуют, беснуются, развратничают. Они сами не понимают, что с ними происходит. За нераскаянные смертные грехи родителей и всего рода страдает наше потомство, наши дети и внуки, все наше будущее поколение. Грехи рода накапливается, как снежный ком, и весь род вырождается. Блудники рождают блудников, а убийцы убийц, как замкнутый круг. Только покаянием, молитвой и искренним обращением к Богу можно остановить все это вырождение. Нет силы, которая сильнее силы Божьей. Прости же меня, Святый Божий, Пречистая Дева, прости. Простите меня, все святые, мучение пришлось вам пройти. Вы жизнью своей показали, как Богу должны мы служить. Мы опытом вашим узнали, как надо молитвы творить. Прости же и ты, отрок малый, осмелилась я говорить о том, что Господь Вседержитель позволил с тобой мне побыть. К могилке твоей притекая, мы помощи просим твоей, а Бог из небесного рая льет помощь свою на людей. Могилка, могилка родная, а рядом сирени кусты, молитвами отрока славы. О Боже, спаси же нас ты! Вот на этой иконе, Славочка настолько на себя похож. Именно это Славочка. Только у Славочки глаза голубые, а здесь они коричневые. Вот. А это вообще Славочка.
Когда привезли икону, я очень удивилась сходству Славочки настоящего с иконой. А как эта икона появилась? Это получилось таким вот образом. Один схимник, старец, он заболел. И как-то не очень-то верил, когда услышал о Славочке. Ну, как-то так. И стал звать Матерь Божию, чтобы она ему исцелила глаза. Сильно болел глаз, были боли невыносимые. Матерь Божия, он рассказывает, пришла. Здесь не хватает Серафима Саровского. Он еще видел Серафима Саровского. Вот, Матерь Божия пришла, говорит, свет такой. Из своего света она оставила отрока. Сама ушла. И старец спрашивает, а ты кто? А он ему и говорит, сходите в Дивеево, возьмите обо мне книжку, почитайте. Отправьте своих духовных чад к моей мамочке, она даст вам земельки и камешки, и я вам глаз исцелю. Вот они приехали, мне это рассказывали. Потом у меня была встреча с этим старцем. И вот таким вот образом родилась икона. Я не знаю, кто ее писал, мне ее просто подарили. Я не знаю иконописицу или иконописца. Мне ее из Москвы привезли, потому что Славочка сказал, все любые события пойдут с Москвы. Все самое первое идет с Москвы. Первые иконы, первые акафисты для келейного чтения. Все идет с Москвы. Кинофильм. Да, первый кинофильм. Надеемся, будет хороший кинофильм с Москвы.